В Новосибирской области введен особый противопожарный режим. С сегодняшнего дня запрещено жечь костры. В эти выходные синоптики прогнозируют сухую, по-настоящему летнюю погоду. Воздух прогреется до 22 градусов. В регионе уже замечают возгорания на полях, поэтому в Новосибирске проверили готовность тех, кто отвечает за безопасность городских лесов. Кто и как защищает зеленые зоны от огня? Александр Сульдин примерил специальное снаряжение. Два трактора с плугом и культиватором. Тяжелая техника городских лесников. Один может распахать неподготовленную целину в тени деревьев, другой – взрыхлить полосу. Через распаханную землю пламя не пройдет. Затем патрульные комплексы, каждая пожарная машина в миниатюре и в каждой – цистерна, комплект огнетушителей, средств защиты, топоров и лопат, мотопомпа. Мотопомпа, да, это уже основное такое средство при большом возгорании. Лучше всего, конечно, ей тушить. То есть она забирается и на расстоянии 20-15 метров уже на расстоянии можно тушить, пламя сбивать. Таким аппаратом обычно листья с газонов сдувают. Тут к нему подключают ранец с водой и получается противопожарная пушка. Ну, наверное. Ранцевый лесной огнетушитель. Устройство похоже на игрушку, но только кажется несерьезным. Это основное оружие лесных пожарных. Можно сказать, пожарная цистерна у вас за спиной. 15 литров, и с ней можно пройти в самую глухую чащу, протиснуться между деревьев и атаковать огонь. Если нужно, на помощь лесникам приходят муниципальные спасатели. 30 из них прошли спецподготовку. Экипажи оснащены необходимой техникой. Выезжали в сторону разъезда Иня. Там произошел пожар в лесном массиве. Вот, вместе с горзеленхозом и пожарной охраной помогали им тушить то, что там загорелось. Там трава на деревья переходила. Лесной пожар в мегаполисе звучит несколько странно, однако почти половина Новосибирска – сосны и березы. В Первомайском, Советском, Заельцовском, Кировском районах – настоящие рощи и почти тайга. Если они загорятся, это особенно опасно. Рядом дома. Это страшно на самом деле, потому что городские леса не расположены на территории города с последствиями, да. Очень большое количество у нас дачных садовых обществ, частных территорий, примыкающих к лесам. Это и многоквартирные дома. Как работают специалисты, сегодня проверили в деле. Оценка хорошо. Бороться с огнем они готовы в любой момент. В городские леса каждый день выезжает патруль. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.